Все! Здесь, в долине Чу, прежние короли Хвики танцуют с камнями исполинов. Я рассказал им о силе и ее песне. «Не смей идти наперекор священным нитям!» — велел голос. «Оставь меня!» — говорил он. «Я не принадлежу к просветленным!» Его голос стихает, но песня остается со мной в покаянии. Преклонив колено, я отдаю песчинку ветрам. Неведомые силы тут.
нужно спастись! И не тяжко так громко кричать? Добро пожаловать! Хвала Богу! Он привел тебя к нам! Не ваш Бог направляет мой корабль. Не богохульствуй! Бог призвал тебя сюда для крещения! Ты должен покориться или умрешь! И как вы меня заставите? Вера — наше единственное оружие! В ней спасение! Все твои угрозы курам насмех. Что ж, посмотрим. Вера! Сокруши язычника! Грешник! Умри от руки веры! Поберегись. Я не собираюсь умирать. Спасение через боль! Получи! Хочешь увидеть своего бога? Это все, что может ваш бог. Ха. Люди теперь поклоняются кому попало. Вера! Вера! Да, да как ты мог? Она была нежной, утонченной. Ну вот. Кто же теперь будет говорить мне, что делать? Если узнают, пощады не жди. Видел, как ты идешь. И каково же не знать бремя непрожитых зим? Я не ребенок. И все же я вижу детское нежелание знать мрачную правду. Как глупо. И все это ты понял с виду? Таков уж мой талант. Может, ты прислушаешься к стихам? Ты любишь флютинг? Хорошо. Я готов биться об заклад. Вот мой заклад. Начинай же. Жизнь чужую не ценит твой род никогда. Где проходите вы, там раздор и беда. Кровью тысячи жертв руки обогрены. Тысяч 10 убил я с минувшей весны. Хм, недурно. Твою душу уже погубила война. Смерть тебя веселит. Какова же цена? Больше крови, мучений и больше рабов? Судят боги, мой долг — поставлять мертвецов. Неплохо. Тот, кто алчен, меня никогда не поймет. Только битва бессмертия не принесет.
Для чего жизнь ты тратишь оружием звеня? Чтобы однажды в Альгале встречали меня. Хватит. С меня довольно твоей жестокости. Возьми свой выигрыш. Пусть он даст тебе хоть миг радости. Это непременно. Ну, давай же. Попробуй ты, Эйвор. Идем. Встань здесь и смотри на фьорды. Давай, держись за меня. Я первый раз так высоко. Твой отец привел меня сюда, когда нам было лишь 19 зим. И мы вместе складывали каирны. Вот эти? Да. Прояви свою смекалку. Сложи из камней широкий и высокий каирн любой формы. А как выиграть? Играй, и наградой будет успокоение. Наслаждайся ветром и красотой.
ужин. Ты ходишь туда-сюда, как пес, боящийся палки. Что тебя тревожит? О, здравствуй. Слушай, я влюблен в Этелинду, дочь охотника. Но ее отец меня пугает. Он дал мне задание. В том дереве застряла стрела, которую он некогда пустил. Ее должен достать любой, кто просит руки Этелинды. Многие пытались. Никто не справился. Вроде ничего сложного. Могу помочь. О, хочешь меня выручить? Спасибо! Рысь. Ей явно не по душе гости. С телом письмо. Надеюсь, оно поможет что-то прояснить. Ты ведь еще помнишь про стрелу? Ты ведь до сих пор там, верно? Я нашел стрелу, свидетельство твоей храбрости. Спасибо тебе! Клянусь, я назову нашего первенца в твою честь. А как тебя зовут? Эйвор. Эйвор, да? А может, придется подобрать что-то в рифму? Так пойдет? Я видел тела других ухажеров. Там устроилась рысь. Раз отец Этелинды охотник, он точно это знал. Он ведь мог ошибиться, верно? Я должен принести ему стрелу. Он будет счастлив, что кто-то ее достал. Я нашел письмо от Этелинды. Она тебя не жалует. И предпочитала других. Да, знаю. Она это не скрывала. Но из них жив я один, так что... Тра-ля-ля! Ее отец будет в восторге.
Дай мне драгоценность Альфреда, а не то я... Я помочусь в твой пруд! Предупреждаю! Дай мне заказ Альфреда! Qui erat discipulus est homine. Может, прячется в сене? Лучше быть настороже.
Что видишь, Сюнин? Друзья.
Монам, сваге соутличе Волте. Það þróta ús hátúrst. Elin Petrus Sankunge. Svo nerðis mig. Ekki spilni. Шанком вардом авторине. Он так храбр, да, как юный король Альфред. Башку себе расколет, как яйцо. Прыгай, блоха, ну, давай. Хватит, балбес. Если он убьется, Бог тебя накажет. Давай, Эсберт, ну, он уже так близко. Он так храбр, как юный король Альфред. Башку себе расколет, как яйцо. Прыгай, блоха, ну, давай. Хватит, балбес. Если он убьется, Бог тебя накажет. Высоко-то, коль умру, пусть знает, что я люблю лишь ее. Он свалится. Боже, не могу смотреть. Я докажу ей свою любовь. Хоть ценой жизни. Я сделаю это, вот увидишь. Сейчас только храбрости наконец наберусь. Ты зачем так высоко забрался? Не лезь. Я достану этот цветок. Она узнает, как я люблю ее. А ты смелый малец. Даже если меня расплющит от удара о землю, как сливу. Сейчас только отдышусь. Залезть сложно. Надо припоясать чрево. Чрево, да? Хочешь, я достану цветок? Будет жаль, если такой храбрец сгинет раньше срока. Ну, если настаиваешь. Но я и сам мог бы его сорвать, чтоб ты знал.
ему ангела. Все кончено? Он упал? Пресвятые булочки, я так и не призналась, что люблю его. Незнакомец достал цветок. Да, так нечестно. Если б я знал, что это так легко. Ты бы сделал все сам, рискуя жизнью. Но великие люди знают цену геройству. Что ты сделаешь с этим сокровищем? Это ей. Все ради того, чтобы она меня заметила. Этельфледа, что нужно сказать мальчику? Спасибо за цветок. Он очень красивый. Теперь мы помолвлены. Когда вырасту, стану великим королем, а ты моей королевой. Что скажешь, дочь? Как думаешь, хороший жених? Он так рисковал, чтобы признаться в любви? Я расскажу королю, что ты просил руки нашей дочери. Тогда ты чуть-чуть подрастешь. Что ж, идем. Ой, вы коровы! Ты и вправду подарил цветок принцессе! И теперь мы помолвлены. Это не так делается. Нужно взяться за руки и бормотать. А еще молиться. Боже! Боже! Король Эсоберт I. Блоха Винчестера. Как ты самоуверена, дитя? Конечно, у меня ведь чудо-ноги. Чудо-ноги? По мне, так обыкновенные. Внешность обманчива. Ты слышал о великом Фидипиде, герое древности? Пробежал от марафона до Афин, чтобы сообщить о победе. И знаешь, что потом? Упал замертво. Как? От бега? Путь был далек. Сражаться девочкам нельзя. Но я буду как Фидипид. Быстрейшим гонцом из всех, кто когда-либо жил на свете. Чтобы, когда норвежцы победят саксов, быстро доставить весть о том королю? Эти слабаки! Вот еще. Так что, бежим на перегонки? А то я уже всех в мире победила. Ну, раз так, вперед! Посмотрим, что за чудо-ноги! Ты быстра, признаю, но меня тебе не обогнать. А! О, Фидипид! Дай мне скорости! Из всех саксов только ты, малышка, заставила меня так попотеть. Я и не думала, что проиграю, но ты быстрее ветра, достойный соперник. Я очень рад, что тебе понравилось. Ты любишь интересные места? Я была везде в Эссексе. Тут столько всего страшного и волшебного. Я ради таких мест и живу. Подарю тебе свой дневник. Он зовется «Чудесные странствия, стремительные чудо-ноги». Прощай!
Сколько дней ты не покидал церковь? Сам Господь уже вонь чует. Долгие часы я не сводил глаз с Писания. Господь подаст мне знак. Мне лишь бы увидеть его свет. Знак? Боже Всевышний, дай ему знак. Укажи ему путь. Да подальше от меня. О да, яви мне свой свет, Боже, озари меня. Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Я не понимаю, Всевышний. Чего ты ждешь? Чтобы Господь ответил мне. Указал мне истинный путь. Я не понимаю. Божий свет укажет ему путь? Может, если как-то подсветить стол, этот болван прекратит лепетать? Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Я не понимаю Всевышнего. Прошу, скажи, в чем мое предназначение? Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Оставь меня. Я погружен в раздумие. Я не понимаю, Всевышний. Прошу, скажи, в чем мое предназначение? Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Его свет ведет меня. Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Пошли мне знак, Господи. Укажи мне путь истинный. Ты, пастырь мой, я агнец, что следует за твоим светом. Ты свет миру, Господи. Может, эти лучи что-то значат? Понял. Мне нужно сбросить оковы братства. Я буду прославлять Господа нашего другим способом. Я составлю исчерпывающее описание деяний короля Альфреда, которое его обессмертит. О, благодарю тебя, Господи. Скоро я восславлю короля Альфреда и его начинание. То есть он будет восхвалять Альфреда, этого напыщенного сакса?
Надеюсь, рукопись провоняет, как сам. Чем-то расстроен? Как ты догадался? Увидел, как я унижаюсь, справляя нужду в этот пруд? Услышал мои крики? Так он должен тебе что-нибудь? Еще один суется не в свое дело. Проваливай, если только у тебя нет драгоценности Альфреда. Если вещица для Альфреда, она, наверное, дорого стоит. Отдай мне драгоценность Альфреда! Я тебе кишки выпущу! Отдавай заказ Альфреда, подлый негодяй! Мы заплатили за него! Отдам, клянусь, ты за все ответишь! Эй! Убирайся, ты! Дай мне драгоценность Альфреда! Что ты здесь делаешь? Я тебе не враг, пока. Но тому снаружи нужна драгоценность Альфреда. Во имя Иисуса распятого! Оставьте меня в покое! Альфред ее получит, когда я получу свое. Успокойся, не то кишки выпущу. Прости, не хотел тебе грубить. Я лишь прошу достойной платы. Работа обошлась мне вдвое дороже, а мне семью кормить. Если вещица и впрямь для Альфреда, тебе лучше отдать ее за первоначальную цену. Ослиная задница! Забирай эту штуковину! Мне жизнь дорога! Не хочу оставить жену вдовой! Вещица у меня. Что ж, я рад, хоть и не просил о помощи. Альфред заказал эту бесценную вещь. Бесценную? Золотая филигрань, прозрачный кварц и великолепная эмаль. Образ Господа нашего Иисуса Христа и теперь ты оставишь ее себе. Да нет, возьми. Но скажи королю, я отберу у него все. Драгоценности, серебро, город и корону. Что? Нет, я... Да чтоб тебя! Вот, возьми деньги и давай забудем о нашей встрече.